Стенд Краснодарского края самый масштабный. Сегодня экспозицию посмотрел губернатор. Вениамину Кондратьеву показали проекты, которые Кубань привезла на форум. Что помимо отдыха будет в этих отелях? Бальнеология, здесь и грязи будут, и вода минеральная, здесь своя скважина, которая прямо на месте уже есть у нас. Коллеги, вот очень внимательно, особенно ко всем инвестпроектам, тем более к строительству, которое идет у нас в курортной зоне, так называемой в курортных наших городах. Вот мы должны сохранить и приумножить. В том числе и ресурс, который сегодня остался, в том числе земля. Они так построить, по большому счету, не привязываясь к вам, 2, 3 или сколько отелей, и все остальное должно умереть, а эти 2 отеля будут жить. Вот еще раз подчеркиваю, один подход – сохранить и приумножить. И все, что сегодня строим, должно быть дополнительным украшением наших курортных городов. Всего Кубань презентует 440 инвестиционных предложений на сумму 187 миллиардов рублей. Главная цель Краснодарского края на нынешнем форуме – представить стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.